Сегодня утром многие шымкентцы опоздали на работу и в школу. Если в центре города еще можно встретить общественный транспорт, на маршруты, обслуживающие окраины города, не вышел ни один автобус. Пассажирам оставалось лишь жаловаться на работу транспорта в ожидании автобуса на морозе. Очень мало автобусов выходит на линию, когда холодно. Может, они ломаются, не знаю. Вот это глаз. Автобусов очень мало, а те, что приезжают, уже вообще битком забиты. Люди в салоне просто на друг друга едут. Еще и водители с кондукторами кричат, матерятся. Кошмар. По информации центральной диспетчерской службы, сегодня на городские маршруты вышла только треть пассажирских автобусов города. Так, утром на линии выехало лишь 420 из 1200 городских автобусов. Но к обеду, говорят специалисты, этот показатель достигнет 60-70%. Но к вечеру он вновь понизится. Все проблемы связаны с погодой, считают диспетчеры. В каждом договоре указано, сколько автобусов должны выйти на линию, сколько рейсов должен совершить каждый автобус. Но по различным причинам, чаще технического характера, автобусы на линии не выходят. Сегодня специалисты отдела транспорта до позднего вечера будут мониторить работу городских автобусов. Ну а в отношении 6 компаний, чьи автобусы утром не вышли на линии, составлены акты о нарушении договорных обязательств.